Отлично. Крысы. Эту штуковину. Кто-то играет со мной в игры. Я сейчас вызову полицию! Демоны на земле? Это против всех правил! Неожиданно. Это становится главной темой вечера. Кто вы? Возвращайся в ад! Эл-Риоу полукровка, то есть был. Ханаси, на меня только что напали демоны. Они не очень тебя любят, Джон. Скольких ты обратно в ад отправил? Это были не рассерженные полукровки. Демоны здесь. Ты знаешь, что демоны должны оставаться в аду. Иначе... Иначе это нарушение правил. И? Мы терпим в нашем мире полукровок. Или это они терпят нас? Просто они здесь. Они существуют. Но демоны и убийство ангела-полукровки — это уже совсем другое дело. Полиция опечатала здание, в котором жил Эл-Рил. Не войти, не выйти. Я найду дорогу. Ты отвлеки полицейских. Я кое-что сохранил. Штормовой ворон. Сильная магия. Уверен, что тебе не жалко, отец? Думаю, тебе он будет нужнее. Джон, похоже, дело плохо, не так ли? Да, очень плохо. Штормовой ворон.
Да, падшие наверняка такого не ожидали. Танрафин. Танрафин. Квартира Элрио. На первом этаже он жить не мог. Нет, как всем ангелам-полукровкам, ему хотелось быть как можно ближе к начальнику. Да, пахнет так же, как выглядит. Аппетитно.
чистоты, ни благости, но в качестве тайника вполне сойдет. Ключи от квартиры. Это выглядело как-то не так. К счастью, я мог посмотреть другим способом. Это был демон-полукровка. Ему хотелось поиграть. Константин! Стоять! Не с места! Спокойно! Опустите оружие. Вы без нас не справитесь. Джон, ты очень плохо выглядишь. Пойдем со мной. Кто это сделал? Не знаю, но сделано все было чисто и быстро. Он пришел, убил, взял, что хотел. Я хочу сказать, не только душу Эл-Рио. Потом ушел. Вот, отсюда что-то взяли. Недавно. Демоны обычно так нагло себя не ведут. Они свое место знают и стараются действовать тоньше. Почему же они сделали исключение? Потому что здесь было что-то очень важное. Для кого-то. Или для чего-то. Похоже, все идет в тартарары. Расскажите мне про мистера Эл-Рио. Он работал здесь привратником. Как обычно. Почему эти праведники вечно устраиваются на самую жалкую работу? Обед бедности и все такое. Говорят, он почти все время проводил в подвале. Скопируй это для Бимана. Конечно, конечно, Джон. Куда это ты собрался? В подвал. Если судить по приему, я бы сказал, кто-то не слишком рад меня видеть. Судя по знакам, это должно быть офис Эл-Рио. Что бы это ни было, им очень хотелось это заполучить. Странный ключ от странной двери.